Сегодня 27 апреля и идут четвертьфиналы первенства России 2013 года среди кадетов. Это встреча Александр Петрюмов, Максим Чуплыгин. Идет второй сет. Счет только что стал 1-1 по сетам. Тренер Максима Чуплыгина Раиса Тимофеева и тренер Александра Петрюмова Владимир Горзаков. Мы находимся в зале в Балтымском дворце настольного тенниса. Это поселок Балтым. Рядом с городом Верхняя Пышма, Свердловская область. Итак, мы возвращаемся к четвертьфинальной встрече. Максим Чуплыгин, Александр Петрюмов. Чуплыгин выступает за Москву, Петрюмов за Свердловскую область. Счет пока 3-1 за Чуплыгина. И он подает. Тайм-аут берет тренер Петрюмова Владимир Горзаков. Напомню, что идет первенство России среди юношей девушек 1998 года рождения, моложе, это наши кадеты. И мы видим лучшие кадетские силы нашей страны. Итак, тайм-аут закончен. Дает Петрюмов 1-3 по сету на 0-2. Thank you.
ЦСКА. Шплыгин побеждает Тутримова со счетом 4-1. И идет в полуфинал. На этой встрече Яровой Зимарин, Яровой в красной майке, Зимарин в синей-красной. Счет по сетам 1-1, и сейчас впереди Зимарин 8-4. Это знаменитая Балтымская пальма. Это четвертый четвертьфинал, в котором включаются местные спортсмены Федор Федоровича Киселев слева и Исаков. Пока 2-1 ведет Киселев по сетам. Четвертый сет. Первый круг сет — это огромный преимущество Киселёву. Первый сет показал, что Исаков находит какие-то решения для того, чтобы войти в игру, завязать борьбу. Исаков. 3-3 по сетам, и только что Киселев повесил мертвый край. 9-7. И подача Киселева. Он слева. Да, похоже, этот край все сломал внутри Исакова. 3 матч-гола. Это четвертьфинал. Ну вот и все. Известен полуфиналист. Не стал спортсменом из Свердловской области Киселев.